Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и смотрите продолжение партии за Майя на десятерых в Sid Meier's Civilization 6. Корпорации монополии, варварские кланы и случайные технологии. А карта Пангея? Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Что поделать? Ты же живой, ну, правильно, можно не выспустить, потерял, типа, я знаю. Мне решили, что ты решил не тянуть. Ну так а то. Шансов ноль. Просто сидеть тыкать кнопки, я не очень хочу. Шансов точно ноль. Наверное. В этом раз я что-то поделать. Так, а тут холм, да. Давайте, ребят, спасибо за игру. Тогда престиж отсюда уйдет с Алькасара. Может не обрабатывать этот холм? И лесопилку тоже нет смысла. А он за кого играл вообще? За Шотландию. Шотландию мы даже не встретили, как видите. Да ты, блин, на Иерусалим столько строил. Поедем. Все потому, что Колизей не построил. А что я-то сразу? А ты рубил на Колизей, что ли? Следующий научный будет? Под Магнусом? Нет, давай научный. Что говоришь? Под Магнусом рубил или так? Под Магнусом, да. Следующий. Далеко не на твоем. Начинается вот это вот. Русский на каком-то континенте. Да не, My Life, ну тебе прям не повезло с континентами. Как сказать, не повезло. Нифига, ему очень повезло с континентами. Ему прям так повезло. Так, может сюда перебрасывать или вообще лучше сюда, вдруг голландец решит еще здесь пройти. Наоборот, плохо. Мне хорошо, когда у меня все эти. Подождем пока. Когда уберем корабли, можно будет обработать. Ну, он один такой стыковочный. Так, банк. Театралка, вот военный, священная... О, библиотеку, да. Конечно. Ты столько здесь ходил писателем своим? Священка тут у нас... Нет, я разведал всю твою тиру, я не открывал... Нигде норм уже не встанет. Кстати, в Чеченице можно собор Василия Блаженного. Вот в этих клетках будет, правда, он только рядом с центром города строится. Я с этим ничего не могу поделать. Ладно, я подумаю. Такие вкусные караваны. В свое оправдание могу сказать, что от Аншана я не получаю от сюзеренства ни хрена. Потому что мне не равно шедевры литературы, но я получаю плюс одну науку от реликвии, и все. Почему ты тогда не воспользовался своим шансом? А, дедушка тут включился, нет? Нет еще. Что висит? Экономика улучшена. Давайте подождем. Не, ну я бы сначала кавалерию открыл. Ну, скорее всего, сейчас будет релобби, потому что где-то там походил этот. Где-то походил, мне кажется, потом в баллистику бы, наверное. Япнуть в пушки арбалеты. Кто походил? Некрасивый человек. Кто походил? Мне тоже кажется, это вот этот дедовский троллинг. Слушайте, а чё так много очков у русского?
По сравнению почему в два раза, чем все остальные. У него там еще городов немерено. Городов не хватает, да. Это великие люди, у него же лавры дают куча художников. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Так, у него городов 14 штук. Ну, выглядит так, как бы, что, знаете, со временем русский будет лидером. Вот да, я бы так, а сказал. Что, а у португальца, ну так это все на самом деле, что? Все, у португальца больше некуда усиливаться. А у русского как раз будет все только в путь. Португальц уже все построил, грубо говоря. Я вижу полностью португальца всего. Что? Он во всех 14 городах построил кампусы, да? Ну, кажется, сказать. Он во многих уже поставил университет. Скажу, что он еще ставит города сейчас. Не-не-не, все, завязывай. Больше нет. Куда ты? Мощнейший вот этот начинается. Нет у меня больше... Что так их плохо слышно всех сегодня? Не думайте, что вы плохо слышите. Я их тоже плохо слышу. Знаю, может, музыку... Ну, чисто навскидку, каждый третий великий человек у России сейчас. Да, у меня их дохера этих говноедов, которые... Кстати, да, почему ты не продаешь шедевры? А я не люблю делиться ни с кем, это только мое все. Блин, ну 112, конечно, линейка, это просто какая-то ад. Это причем без крестового. Ну вот, 100-100. Ну, что-то он куда-то он посел... Ну, конечно, по-хорошему, тут бы еще город поставить, но это себе за кого-нибудь угодно играл, кроме Майя. А так и место хреновое, и минус 15% еще ко всем выхлопам, нафиг надо. Понимаете, я так построил Великарнас, но для инженера не получилось. Сильно. Тут вложение, кстати, да. Да, но это озарение, технология, химия. Не, я могу купить, но не хочу. Главное, Галикарнас не надо. Зачем Галикарнас строить именно? Мгновенно создает фабрику и мастерскую. Так, ну выходите, уже дождь зашел, а вы еще ходите. Да, кстати. Трудно без накормить, когда у тебя жилья не хватает. Вот, согласен. Блин, я что-то этим ходом вообще не обстреливал. Максимальный город, чтобы вы понимали, 13. О чем тут может вообще идти речь? Я даже физически кампусы поставить не могу. Ты первый по счету. Блин. Да как он стреляет через две клетки? Там же холмы. Не понимаю. О чем? Так, эти, по-моему, да, можно в кавалерию. Я думаю, если я построю рурку, то я пингалу с Магнусом пересажу местами, потому что тут будет процент к производству, а Магнус еще будет получать производство с окружающих городов. Это будет очень круто. Нет, ничего не меняю. Может, еще строителей построить? Ты в какой век выходишь? Я в обычный, наверное, надеюсь. А я вот в темный. Так, боюсь, здесь надо инженера военного. Ну, точнее, там могут, конечно, но не так сильно же, нет? У меня там вот пограничные ХЮЭ отваливаются почти 0,8. Хотя это бегут, ну, да нет, давай научим. Слушайте, а чё я в источник ведь? Ну вообще, блин, не знаю, тратить время, то заходить каждый раз. Нормально, губернатор послушай. Ой, блин, можно было фабрику, ладно, потом. Значит, тут вырубаем.
под будущую обсерваторию. Но я бы здесь еще угольную все-таки сделал, потом сделал обсерваторию, потому что это, ну, очень, очень большой бонус по производству. В общем, так. Как-то. Не понял, куда это перенесло меня. Соликамск. Сошла, да? Сошла, с кем еще? Нет, а культурный захват проводит? Так. Гавань. А, нет, нет. Просто... Так. Гавань. Что-то ты скрываешь. Я думаю, что рурку кто-нибудь достроит еще. Видите, плюс 3 за разведданное передвижение противника. Это за счет вот этого переиллюстрирования почты. Все равно казаки 83. Что ты сделал, дед? Вот так смотри. Сделал? Вообще мог ставить карточку сейчас на... А, господи. Да куда перебрасывает постоянно? Будем торговать. Я тоже там гавань поставил. И насколько это будет такой путь? Я не пишу. Тебя в одну клетку туда-сюда влепит. Госпожа вечерняя звезда. Вот компьютер подлец. Ждать надо, пока до 4-го хода вырастет там. Потому что это... Там лавр первый был. Ну. Так, а может я убью его? Должен убить следующим ходом. Так, угольную. Петра. Блин, я тут Петру хочу построить. Вряд ли ее кто-то у меня угонит, так что я бы сначала угольную все-таки строил и обсерваторию. Назови. Сосед. Да какой есть? Блин, Дима, ты походу. Ты неплох. А то, я умею. Так, еще нужны рабочие. Ну давайте я здесь просто рабочего. Продолжаем обсасываться. Конечно, конечно, конечно. Какие могут быть сомнения? Дай сразу рабочие. Так, тут два заряда. Давайте сначала все-таки промышленную эту. Ну, у нас вот был перерыв, вот вылетал. Дед, поэтому я забыл, что хотел производство поставить. Да, блин, когда обратиться хоть кто? Мне 3 очка не хватает. И 6 ходов. Еще одно очко, кстати, получу просто мушкетера, например, апнувшись. Так, вот тут можно торговца, наверное. Я все вижу, что кто-то рурку быстрее построит. Кто? Не знаю, кто-то. А кто Принц строит рурку? А что, кто-то рурку уже строит? Ни хрена себе. Давно-давно. Так, сразу скажу, что это не я. Чтобы у нее не было претензий вот этих вот. Да и нет. Русский, значит, да, получается? Все, okay. Просто открываем. А, уголь все. Ой, Вань, короче, ты не успеешь. Сочувствую. Вот так вот. Всю интригу взял и убил просто. Как с тобой можно? Ну ты сейчас сам все узнаешь. Да? Кого? Ну, производство руду русский может построить. Сейчас надо было лучше карты исследовать, сразу пусть это. Так, куда я вот сюда иду? Тут на, для священки надо освободить место. Ты спрашивай. Это, я, видимо, тебя бы не нашел. Какого ровненько, скорее, наука. Я не нашел как Нора и да? Просто через меня иди и все время влево. Буэнос-Айрес, Бандар, Брюней. Какие-то... От кого? Он хочет как бы принять это дело. Да я вообще не участвовал. Река Парагвай. А кому ты грабишь кампус? Ну, видите, повыскакивали херовины всякие.
Блин, Кагнор, у тебя такие караваны странные идут. Вроде много есть, а золота ноль. Так, вообще надо отойти, потому что военный лагерь. Прошу простить меня. Виноват, исправлюсь. Мы послышали, ты сказал странные? Или что-то другое? Не знаю, я не слышал, что он сказал. Так, есть торговец, биржа, священное место, военный лагерь. Вот это матерши нет. Так, давайте из Каминальхуйху. Блин, извините за такое странное название. Страшные звуки происходят. Еще руинки не все забрали. Так, ГГшку какую-то захватили. Блин, я хочу... Так, давайте, наверное, строителя я тут уберу. Я хочу здесь поставить собор Василия Блаженного. Это точно. Так, железную дорогу я, по-моему, открывал. Да. Проложим железную... А, подождите. 5 ходов. Нет, давайте тогда форты. Не знаю, охота Алькасар тут поставить, хотя производство... Ладно, давайте рудник. Там крутой был бы Алькасар, но и производства у нас нифига нету. Будь здорово. А давайте не обращать что, давайте поплывем лучше отсюда. С сомнением большим. Не знаю, нафига тут военная академия. С другой стороны. Будет шоколад починить. Убился от меня. Забавно. Так, этого два заряда. Ну, пошли шоколад ремонтировать. Тут священочка на плюс 5, но я хочу сначала медь убрать. С предложения. И нам с тобой еще поторговать потом надо. Так. Значит, обсерваторию сюда. Тут пока нету соседства, но тут я когда все это пообрабатываю, будет очень круто. Да, харе. Гавань разграбили. Так, а тут крабов не разграбили. Ну, пойдем рыбы, наверное, обработаю. По-моему, я тут убил всех уже варваров, но я, честно говоря, не помню. Так, ну если я следующим ходом строю рурку, то я пересаживаю Пенгалу и Магнуса местами. Так, вот теперь вопрос, наверное, вот здесь хочу убрать. В принципе, я еще могу два хода построить строителей. Что стать этого коня? Хай бегает.
Когнор. Я вообще до Португалии. У меня до Франции, да? Ну, что-то идет. Ну да, если ты боишься, что кристаллы заберу, вы уже взяли. Что так мало? Я же видел. Подождите. Тем более кристаллы, доступные пути. Не так страшно. В Португалию 10. Чё-то мало. Так, а мы с тобой поменялись ресурсами? Нет, я тебе сказал, что посмотри, сделку. Нефть, кстати, надо будет открыть. Почему мы не поменяли штики? Ну, сейчас на канализацию переключусь. Ну, а тут национализм, конечно. Чё по великим людям? Мгновенно создает фабрику. 250 золота, 2 посла. О! А вот это мне надо. Плюс 4 лабы. Есть рурка. Пересаживаем. Я вышел золотой, да. И Магнуса Вакабналь. Просто француз. Сейчас пока несчастье будет, конечно, но это временно. Нет, не француз, по-моему, еще Дима спрашивал меня. Сделку, может, примешь? Да, я с удовольствием. Сейчас, подожди. А кто большой театр построил? Все принял. Ага. О, Кагнор, другое дело. Сразу золотые караваны пошли. Это после чего? Да, нету после никого. После вкусных карточек, которые я забыл ставить. Ох, рурочка хороша здесь. Так, если чё, я, наверное, театралку могу сюда на плюс 5. Точнее, я не могу, а мне надо ее сюда ставить. Ты ему напомнил? Нет. Значит, я виноват. Какая ромашка офигительная получается. Тут вроде все неплохо. Теперь со всей этой фигней мы попробуем взлететь. Так, вот тут я бы фабрику не делал. Тут и так есть соседство фабрики. Поэтому пошли святилище, гурдвара, храм. Это для культуры. Тут бы я еще одного строителя сделал пока. Блин, может Петру тут все-таки построить? Сколько она будет? 3 хода. А заканчивается 3 хода. Нет, значит, пока библиотеку. А потом Петру. Добрый. Так, чтобы она закончилась в следующей эпохе уже. Майя, я ваш тоже новый торговый партнер. Будем честны, мы с тобой торговым партнером были еще задолго. Да, брат. Ну, до этого мейнстрима. Теперь мы вышли на новый уровень. Так, откладываем баллистику. В этом же веке уже монументальности не будет, да, к сожалению. Очень жаль. Так, гавань, маяк, маяк. Вы не представляете, у него тут лес, знаете сколько? Нет. Я вам как скажу, вы прям аж в шоке. Тебе помочь засадить? Я больше с этого сколько у тебя, в принципе, городов. Если бы они тут были что-то это. Ну, короче, возле города. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это все. Дарвилл, а вот это то, что я вижу вот своим миссионером. На что-то планируется? Нет, это уже давно стоит. Ну, может быть, когда-то, но это не вот прям сейчас. Сейчас уже поздновато вообще на такое. Может, интересно, что. Не, ну тут я линкоры вижу, где, как выйти, так. Там нет линкоров. Ну, там нет линкоров, но выйти линкоры я вижу, как. Ну, к тому же квадрирем это линкор, фрегат это линкор.
Так, а тут, кстати... А, есть, все-таки действует фабрика. А, ну да, 6 клеток. Так. Да, но здесь плюс здесь, тут надо будет угольную. Но сначала священку. Может и поздновато, я уже строю священки, но вера не помешает никогда. Губернаторский титул за 390. Ну, не знаю, пропущу. Я вот лучше бы на Эйнштейна. То есть пока я не читаю проекты, но я бы веру на Эйнштейна сохранил. Так, где? Построили! Фак, зачем тогда вырубил лес? Ну, это явно, конечно, русский построил. Почему я пропускаю постоянно, что кто-то построил какую-то эту священку? Ну, блин. Не хочу священку вообще. Черт. Ладно, давайте гранты тогда читать. Арнор, это что такое? Что? Зачем ты это завезло, Бандар Бруней? Я всего лишь кинул туда послов для работы. Мне 6 послов ровно кинул. Надо так, сразу, где мы поставим? Давайте вот здесь. Ну, просто нету смысла ждать. Надо быстрее, чтобы баллистика открывалась. И я хочу сначала нефть, потом авиацию. Городов больше всего. Франция 19, у меня 18, Россия 21, о, как ровненько. Ну, а эти 7, 5 и 7, конечно, грустненько. Россия, а тебе куда такая военная мощь? Вообще я шведа забирать планировал. Но его забрали без меня. Так, значит, человек приступил очень вовремя. Вообще не хватало. То, что у нас нет шведа? Шотландца. И куда теперь эти войска пойдут? Я думаю, к тебе. На Ивана я там хотел в него упороться, да? Ну, самое то. Понял. Мне же больше делать нечего. Пойду через весь континент на Ивана. Только это тебе не Иван говорил. А, да? Ладно, а кто это? Это будет? Англия. Блин, я даже не знаю, где находишься. Я прям даже замер, думаю, какого хрена я-то оказался здесь возле. Блин, а что у меня даже еще не открыто. Да, гуманизм еще не открыт. Так, сидишь себе, живешь, но никого не трогаешь. Ну, надо бы все-таки гуманизм открыть, я думаю. А потом чпок, добрый вечер. Блять, ты мне уголь будешь продавать? Так, ну, этот... Конечно. В этот город пойдет, да? Должишь денег? Нет. Совсем нет? А совсем да. Нет. Ну, просто сейчас... Не очень, сейчас не очень будет. Нет, я... Это Португал просто... Мне бы 400 монет, можешь? Там Португал куда-то летит. Не, он со всех рук читает, на ученого на лабы. Я давай чуть попозже. Всем предложил задуматься. Погоди, мне на что выйти, золотой нужно. Да, кстати, мне бы тоже почитать. Но я-то могу его купить за веру, а Португал не купит. Ой, ну где как? Следующий ход. Поэтому давайте почитаем. Я прям ровно-ровно ход в ход вышел. А я из-за того, что... давайте Магнуса Данич повышать теперь. Вот сюда до кооперации мне надо. Строительной инженерии? Так нечестно.
Так, вроде фермы везде все построено. Блин, голландец. Ты не поставил туда ни хрена город. Теперь он там спамит лагерь. Да, я знаю, у меня. Какого хрена? У меня ровно одного хода не хватило, чтобы поставить туда город. Если бы ты видел это эпическое. Блин, эпический фейк. Ты видишь, какой ход? Сотый. Ты уже тут. Там уже 15 ходов. Там уже 15 ходов бегает рыцарь от них. Я сейчас просто уже войска начал туда подводить. Так. Я думал, я одним рыцарем смогу убежать. Здесь тоже надо будет почитать сначала, а не... Ну что не сможешь. Блин, в Якибе бы тоже почитать. Сначала священное место доделаем. Это я, да? А я разграбить хотел, но сейчас я разграблю. Больше да, веры только, ну, сейчас меньше у русского, но у него явно будет больше, потому что он, да, ну, у него ну, вход ну, больше ну, веры. Но в плане ученого... Ну, кстати, в плане ученого меня тоже обгоняет. 71 тоже читает на этого ученого. До того, что Малайф опять ко мне подходы дороги в одну эту клетку. Самолет улетает. Нет, ты можешь мне скинуть 140 золота и удачи. Да ладно. 120, 110. И я не буду грабить ее. Как тебе? Он за деньги купил. Русский, забирай ученого. Ох ты, кто-то все-таки выкупил. Да, да он за деньги купил, но португалец это зря. Это как бы, ну как бы, теперь ты просто очевидный лидер. Может кто-то, может все союзники с ним прекратят союзничать, чтобы он караваны не пускал? Я бы с удовольствием, но я с ним даже не союзничаю. Да, союзься, а потом прекрати. Потом бросить его. Да. Ну, вообще осуждаемо, да. Он просто нас провоцирует. Он так, ну давайте тогда мы уберем тут. Один я дочитаю все-таки. Проектик. А в очередь уже не будем ставить. Ну, продавец просто купил ученого на плюс 4 клабом, который добавляет. Я построил детство. Это очевидно... Сейчас покажу экран. Заявочка очень сильная. А так ты денежками заплатишь? Ой, не нервируй меня. Ладно, ладно. Ты бы сказал. Да я чё... Да, я не тебе, а где-то не с тобой. Я с My Life тут договариваюсь. Грабил бы уже довалил, нет, надо вот это нервы потреблять. Так, следующим же ходом. А, уже у нас началась следующая эра. Зашибись. Америка? Нет, так, нет, видимо, это какие-то доступные пути. Похожие на американские. Флэшбэк? Да, да, да. Что в Корею такое все из Ушмаля в Кёнджу 20? А мы с тобой какой союз заключили? Я думал, у нас еще военный придержится, я думал, карточки. Англия, хочешь военный союз? А это кто? Храм, подождите, что я тут еще хочу построить? Вообще я думал дамбу вот здесь сделать. Но не расширяется. Хотя у него и так все, наверное, расширяется. Да у него баним, нечего уже расширять. Баним научные и баним расширение. Ну, научные, а ему научный все равно ничего не дает. У него. А и там я у него жил, у него шлабы наоборот. Так, она так, не дает Сизерену, а Сизерен Хатусу не я, разве? Какая разница? А, нет, уже не я. Всем дают. Там у нас не только Хатусу. Не, давайте, слышите, стойте, не, давайте культурный, у него нанмадол.
А он с Нанмадола очень много культуры имеет. Культурный надо банить. У нас культурные ГГшки есть. Да, интересно. Это магия, ага. Ну и минус тоже ему, культурку. Да, смысл ему не... Блин, я в себя, по-моему, расширение дал. Минус только. Минус, себя, красавец. Кому минус на культуру? Культуру Жуану. Культурные ГГшки не дают бонус своему сюзерену. Вот смотрите, у Португалии сейчас 220. Сейчас забаним, походу. Я думаю, у него очень... Ну, как бы до нашего уровня упадет хотя бы. Тут у него еще нету этих, чтобы ему Нанмадол науку давал. Ой, не Нанмадол, а Шан, чтобы ему давал науку. А было сколько? 260. Да, минус 50. Дед, а ты построил в итоге гавань, да? Ну, да. Компьютеры, случайные технологии, бесполезные ученые. Блин, убери. Да, у нас клетка, ну, мы облизываемся тут сидим. Да, он не соприкасается. Да, он, нет, он не... Двигатель хочет, ВС, компьютеры. А может на пищу пока? Я из Ушмаля сейчас на деньги тоже отправлю. Давайте на пищу, ну, то, чтобы тут дорога была. И на деньги. Потому что у меня уже все города были точно дорогами проведены. Так, Петра есть. А, я дружен? Священное место. Да, конечно. Так, ну я бы центр коммерции поставил вот здесь. Но прежде надо фермы доделать. Вот уже два соседства. Правильно, в этот город. Промышленная зона плюс один. Ну давайте тут поставлю на плюс один. Маловато, но надо. Так, сколько тут зарядов? Два. Я бы вот тут вырубил военный лагерь, поставил. Приглашение. Русский гейм взял. Так, а вот этот лес. Хорошо. Давайте лес обработаю еще сначала. Так, что-то у меня тут образовалось очень много рабочих почему-то. Вот один заряд, давайте вот тут лесопилку. Этих перебрасываем туда. Гранты, биржа, театралка. Ладно, давайте биржу. Так, в этих городах надо что-то ставить. Вообще, мне везде надо обсерватории. Ой, Дидон. Шотландец, конечно. Ну тут получается единственное все место ясно. Это сюда. Все ясно, все ясно. Понял, да, на кого все дошло? Да, строю стены. Это по Фрейду оговорочка была, да? Ну все, начинается везде вот это вот. Так, слушайте, а у нас нефти нету, да? У нас нету нефти. Интересно расположено. Ветка научных открытий просто очень интересно.
Куча нефти у гранаты, правда. Но мне нету смысла в двигатель ВС идти, если у меня нету нефти. Русский, убери херь своего писателя. Как мне гранату захватывать? Подожди, я что-то захвачиваю города, сейчас. Возле Нанты. Что, где? Это где вообще? Так, художественный. Блин, две полевых пушки можно апнуть. Так, значит, тут выжженная земля сначала. Художественный и археологический надо. Ну, блин, на плюс один. А здесь нигде фермы. Я просто тут поставлю. Ой, тут бы промышленная хорошая была. Лайфхак. Мы с тобой после окончания подливаем его. Так, здесь. Да. Тоже только сюда. А почему тут плюс один нету? Ладно, без плюс один, так без плюс один. Тут давайте археологический. А художественный... Подождите, у меня одна только театралка? У меня, по-моему, одна только театралка, да? Гурдвару покупаем. Пошли в гранты тут. Дальше Магнуса прокачиваем. Инквизиция. У вас крестовый под, ну, подход под носом. Никто инквизицию не сделал. Не боитесь? Ты говоришь, как будто типа к человеку с крестовым походом вот сейчас вот. Белый холмистый суслик. Ну да. Классное у меня название этих. Ты вообще видел, как у меня карта выглядит? Нет. Я свою боюсь смотреть. Куда они до твои-то? Так. Корея, предложение. Так, тут надо... коммерческий здесь. Она же переходит в этот в... с наукой, нет? О, вот этого ну, надо купить. Говорю, что, типа, не... 3 единицы нефти вход. Во, вот это. Так, Рокфеллеры купить. Все, я понял, ты про карточку, которая на плюс один в каждом городе. А-а-а. Господи, ты так и говори, я думал. Считать, сколько у тебя городов, что ли? А тебе делать нечего или что? Я это посчитал, но. У тебя было 14, пока до последних. Так, сколько в итоге у нас тут? 4. Ну, по плюс 2 все-таки набил соседство. Так, надо скорее... Корея, предложение. Это же не я. Да. Нет, а тут отключили по кнопке же. Так, ну он все равно может по кнопке уже заходить, ну. Так, тут надо что-то еще. Давайте строителя еще одного построим. Биржа, военный лагерь. Ну, можно аэродромы тогда. Я не знал. Сижу тут. Молчу. Все это время? Мастерская. Ну да, я ж тут по клавишам стучал. Фабрика тут здесь, так что мастерскую просто. Так, храм, гурдвару покупаем. Ну я бы почитал, кстати, на
в центре коммерции на Рокфеллера. Тут бы я военный лагерь тоже поставил. Престиж. Я пошли лучше лошадей сделаем. Странно, почему? А почему я дамбу тут не могу поставить? Нет подходящего места. Ну вот же место для дамбы. Речная пойма, равнинная. Может быть, единственное, что кто-то уже поставил дамбу, но я не вижу. Чтобы там была дамба. Жуан почему-то у нас. Жуана вон все затравили, он бедный аж. Так а науку ему никто не резал, что на нем упало? Он по-любому он три лабы построил на один ход и я просто... Я читал. Ага. Но он, у него на лабы плюс 4, построит лабы, у него будет куча науки. Да. Это очень же стильная карточка. Лабы еще ой, карточка. Ой, ёлки-палки. Так, естественную историю ускорили. Это было очень дело. Ну он строился свои полностью 13 ходов, так что извиняться даже ладно, не буду. Я не знаю, где-нибудь можно мне еще театралку поставить? Мне тут не за что извиняться. Ой, не исследовательские, где-то инвестиции в центр. Просто если я получу Рокфеллер, я смогу три плана построить. Так, храм, гурдвару покупаем. Это, наверное, еще рабочего здесь. Я понимаю, что тут плюс 3, но тогда уйдет соседство для обсерватории. А вот эту лошадь надо передать. Что-то четвертый радиус столицы не обрабатывает нифига. Так, остальное вроде все правильно. Наконец-то. Здравствуй. Ой, русский, привет. О, это опять навели меня? У тебя опять нет этих? Рек? Нет, в этот раз чуть-чуть завезло. Блин, 30 монет. Я подошелся насчет чуть-чуть, достаточно тебе повезло. Да, не так, что нужно будет побольше. А ты рассчитывал на городов 10? Так у нас новый лидер это даже не я, это у нас голландец. Я подумал, на меня опять гонят. Ой, да ладно, какой голландец сидит? Так, пара ходов. Сейчас все будут такие пару ходов.
И полетят вот одного ядра. Просто почитал проект и все. Он гонит, не читается у него как, ни один проект. Как каждый просто читает проект. Так, я точно должен Рокфеллера. Ну, тропический лес, нафига мне этот ученый? А вот эти три нефти, да. Ты есть, читая проект? Ну, я куплю за веру, как только будет возможно. Я только засижу культурную бугашку, взяли, забрали культурную бугашку. Ну, вот. Кагуана какая-то. Так, что тут после канализации? О, вот и химия. А вот и химия. Три 880. Так, инвестиции в центр коммерции. Два хода как раз, пока лабы не открыли. Так, нечестно. Надо загружать прошлый ход. Что было? Простил себе, растил город-государство. Пришел другой город-государство и просто уничтожил. ГГшка, ГГшка? А, ГГшка этот снесла. Слушай. Да, наверное, уберу отсюда. Так, что тут построить можно? Мастерскую давайте отремонтируем. Я сталь нашел. А, военный лагерь я хотел. А, я даже не открыл свой. Кстати, я могу здесь аэропорт еще построить. А, нет, уже не могу. Не, ну военный лагерь надо. Зато я нашел танки. Ура. Вступаем в лидера, получается. Да? Что он это? Он летает. 280, говорит, я проект читал. Прям улетел, говорит. Прям улетел. Ты вылетаешь. Где его там? Вода? Плывухнула. Господи, что у меня с оленями? Кто-то видит, нет? Или только у меня под один, под тулой? Где? У меня олени трясутся, тут где его горя. А! Ладно. Ну, можно докинуть, кстати. Просто сейчас лабы построю и буду использовать. Говорят, где-то хатуса еще была. Забыл. Какой у нас в культурке открывается карточка, которая одновременно и на пробу. Так, давайте военного инженера железную дорогу построю таки. Так, гурдвары во всех священных местах. Что, демократия? Да, да, я уже это прямым ходом. Ход 2, я выйду в нее. А я вот следующий. А ты не видел? Так, не есть, 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 а есть. А коммунизм дальше. Извините, вам не сюда. Самое приятное, что перед коммунизмом другая, гораздо более красивая. Маловато у меня культуры все равно. Может, мне не на плантации надо было брать. Ну и как бы у меня должно быть культура. Это только благодаря, на самом деле, этим священным местам хоть какая-то культура капает. Ни одного года не хватило. Кто? Майя? Майя поставил рурку. Понял. 109 у меня, кстати, с руркой. Ну, Магнуса, если прокачать, у меня будет, наверное, тут... Не, ну Майя давно строил. 140. 140, наверное, будет. Я видел, там давно она стояла. У нас же укрепиться, это же на F, да? Да. А если не работает? Почему не работает? А где работаешь? Ну, казаками. А зачем? На кавалерийские юниты не работает укрепление. Так просто, чтобы они от меня отстали, не прожили меня. Пропуск хода нажми. Нет, там отдых. Пропуск каждый ход начинает тебя дергать, если нажимаешь пропуск. Боевая готовность. Боевая готовность-то есть дефаться. Нет, там такой дефаться. Ой, скажите, скажу. Блин. А чё Лондон цветов викингов? Нужны ли мне пригороды здесь? Ой,
есть военный инженер. Так, три хода. Суками надо для 13. Три хода до 13. Панамский канал, храм Минакши, Святой Софии. Ну ладно, давайте логистику, эти исследовательские гранты. Магнор, у тебя все мощь наращиваться, да наращиваться. Нет, уже давно ничего не делаю я. Не надо брать. Да, блин, конь тут. Я захватил, я ничего не стараюсь. А, я пройти не могу. Ну, может, только сляпаю. Но это же вроде не должно давать себе. Вьетнам предложение. Я просто хожу, чёрт, я не хотел нажимать, я случайно, ты меня обманул. Я? Да, я не хотел тебе давать правый проход. Все, не ходи. Не знаю, как я его обманул. Да я это на автомате. Сказал, нажми на кнопку, получишь результат. Да. Так. Я просто хотел тебя запереть в этой клетке, как ты не давал мне. Вот это мстительность. Вот это я понимаю, вот к этому уровню нужно стремиться. Да, да, да. Как говорили великие, я мщу и мщу, моя страшна, да? Такая, это, ну, он очень мстительный, но невнимательный. Невнимательный мститель. Слушай, я португалец. Разреши мне совершить наглое действие. Обратиться сюда? Сейчас покажу, я тебе меточку поставлю. Вот, балды уже. Ну, не знаю, да. Что он тут будет делать с бомбардами. Ну, постреляет, наверное, хотя тут, подождите. Ты хочешь напереть? Холмы, холмы. Нет, я вот это... Хол... Не, он может стрелять. С прицелом. Покачать немножко бомбарды. На мне. Я надеюсь, там меня. А кто там тут? О, все, покупаю. Вниз. Раз, два, три клетки. Кто там следующий? Дим. Да? Кореец, забирай прикольного торговца. Я не против. Я не против. Ну я ее не распространяю на тебя. Это твоя религия, в смысле? Это моя религия, но я на тебя ее не распространяю. Нет, я думал, это мою, кто-то из тебя. Вот так, химия один куда-то откладываем, значит, да, все производство, потому что тебе будем сейчас можно. Просто нет, лабы религии. Строить. А какой-нибудь крестовый? Да. Да, это нет, страшная ничего. Вещь. Ты не предлагаешь мне ничего? А, сорян. Перепут на одно лицо. Так, продолжаем. Давай. И тот, что был, потому что очень шикарно. А что, Лондон вот так вот прямо на краю и появился, да? Ну, посел. Причем, ты уже меня хорошо видишь? Ну, пока только Лондон и Плимут. Блин, забавное место появления. Ну, унылое, мягко говоря. Так, будем ли мы еще где-нибудь
А что у нас по нефти? Русский, португальский. Ну, у меня будет сейчас нефть, 3 штуки. Вход. А, по-моему, мне надо 2 биплана построить. Чтобы увидеть, где у нас современные. О, блин, броненосец. Так, это все я откладываю. Ну вот я вижу, как она растет, ну. Кстати, а как там у португальца будет затапливать? А это значит, Гельмины? Да там... А. Там все ну, не так много. Вообще у Жанна больше всех, так же Вильгельмина 294. 200... А, про это? Хотя... А, он подтопление? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поэтому я в компьютер как раз иду, да, а где они? Далеко? Близко? Не верно. Забавно, у португальца из 7 городов 6 на побережье, у него куча прибрежных клеток, и из них только 3 затапливается. Молодец. Вот это повезло называется. Такое чувство, что меня уже кто-то выкопал все артефакты, вообще ничего нету. Так, инвестиции в центр коммерции нам больше не нужны. А чё лучше? Контрразведка на 2 или защищает все рынки? Да, больно бомбарды. Ну, он, наверное, убьет меня, военный лагерь. Просто не стоять, наверное, в нем. Давайте так сделаем. Похоже, знаменит этот... Нидерландский город Иерусалим. Так, торговца я куплю просто. А, подождите, сейчас мы нефть получим. У нас пакт по ним. Польшу разделили примерно. Или я не получу пока. Видимо, следующим ходом, да? Ну ладно, лабы. Чё? Горцы во снах теперь не приходят. Шотландец приходил, благодарил за освобождение. А ко мне нельзя пройти, my life. Я в луже. А там у тебя посидит, снизу развед бегает. Нормально он там бегает. Есть проблемы вообще. Ко мне нету. Кого там, когда притапливают так хорошо, если ни у португала, ни у русского так сильно не топят территорию? Ну как, у меня тут есть место? У англичанина, да, видимо. Пару клеток. У меня тоже не похоже. А у меня вообще 2 города на побережье. Ну да, 4 клетки у меня топят. Корейцы, видимо. Кстати, 8 ходов до затопления. Первая в мире железная дорога. Нет. Ну, вообще, можно и двигатель ВС открыть с другой стороны. Но я бы, конечно, 2 биплана сначала делал. Так, что тут могу еще ускорить? 2 капера. Три мушкетера. Одного, даже 2 мы можем апнуть. Хотя я даже, наверное, не пойду пока дальше. 2 апаем. Я бы насчет Португала. И одного строим. Да ты смотрите на свои. Ну, меня смущает еще, что у Португала 7000 на самом деле. Сколько у тебя вход? Ты же Португал. Нормально у меня. Как раз таки смущает не особо зор. У русского 6000 веры. Ну, за веру немного что купить можно, а за золото все. Включая самолеты. Любимые. Кто-то уже вышел с самолета? Да что ж такое, а? Да в них там не так сложно выйти. Француз. Ты
куда такое ведешь? Трио. 205. 302. Блин, хочется карточку поставить. В колене у тебя там трио. Давайте мы диалоги сначала откроем. Гвардеец. Не смущаешь, что он тут стоит с момента того, как я шатанцу убил? До этого я не видел, вот сейчас вижу. А, подожди, там три линейных надо будет. Но линейных я вроде тоже открывал. Да, линейные у меня открыты. Ладно, допустим, ты никуда-то не шел. Спана напрягает. Ну да, те косары тут. А что нам еще в пустыне строить? Такой агрессии. Ты давай кота своего сюда не примешивай. Наступил на хвост. Куда хочу? А я не могу. Алькасары рядом друг с дружкой, да? Блин, откуда? Вот откуда они берут? Вот с этого лагеря? Фак. Блин, вот эти каравеллы это хреново. Ну чё, купить броненосец? Ну я вынужден, наверное, потому что я с этой каравеллой не справлюсь, квадриремой. Ну и плюс мы еще ускорим благодаря этому сталеварение. Подожди, а я туда опять причем? Да у нас человек накорми мир взял. А, да. Ну, кстати, два капера еще. Давайте, может, капера еще сделаем. Мы его осуждаем очень сильно, между прочим. Очень? Да не то слово. Примерно как тебя, Иван. А меня ты за что осуждаешь? Просто. Вот так. Ты что думал? Вот у меня обоснованный хейт. То что? Смешно. А кто инфу про научные ГГшки вообще продаст? Из Хатуса. И где она? Спойлер, ты мою территорию скакать по тебе это заплатит еще. Через Вьетнам ты имеешь в виду? Да, да. Так а я справа уже есть. Я в Англии. Нет. Не в Англии. Справа снизу от меня. А, еще и снизу. Я поставил. Справа снизу. А, спасибо. Вот так и помогает людям. Какие нормально, мы предприниматели? Слушай, Мэлэк, как смысл насчет того, чтобы военный сейф? Понимаете, мне кого-либо захватывать, я не буду получать выгоду с этих городов. У меня районы совершенно... То есть этот кампус мне будет 0 давать. Тут он дает 10, а мне будет давать 0. Прикольно, да? То есть я поэтому взял за Майя попробовать опять... Я помню, я один раз играл уже сетевую. У меня есть, если вы поищите на канале, есть еще сетевая за Майя. И там так как-то было тоже, честно говоря... Ну что, бомбарды строит. Город есть, Руан. А, этот город... Самый лучший город на Земле. Он не самый Биплан. Лучший город, я бы сказал, читерный совершенно. Значит, хорошо поставил. Просто. Может, все-таки танк купить один. Меж два биплана надо. Он просто бесится, что он не его. Стратегических ресурсов просто зашкаливает. А после 10-го города, когда следующий можно район ставить? 13-й. Давайте я куплю корпус. Они все равно будут одну нефть потреблять. Она стоит две нефти, но потреблять он будет одну нефть. Мне этого хватит. Ай, блин, мне надо было два танка купить и объединить их в корпус. Черт, там уже ускоряет что-то танки. Что-то два танка или три танка что-то там ускоряет. Что-то люди сговорились. Полетели, полетели. Тебе кажется. Кто?
Ты же русского видишь, что ты мне рассказываешь? Компьютер этот мне вообще не нужен. Вот, два биплана, го. Так, полетели, стоп, а нафига мне это без алюминия? Когда будет полетели? Где у нас может быть алюминий? И алюминий у нас открывается... О, Корея, привет. А чего так много науки? Мало науки. Алюминий. Так взял, унизил. Я после этого тебе войну... Радио открывается, ускорение. Корея. Национальный парк. Вообще-то я могу построить национальный парк, ребята. Ладно, давайте пока открывать так. Сколько стоит купить... А вообще, стоп. Чтобы построить национальный парк, надо сначала этого... Ну и где он? Че, хрен могу построить национальный парк на самом деле. Вот же ж, блин. У нас у всей карты, типа, находится очень много науки, точнее. Я не знаю, чему ты удивлен. Я удивлен, откуда у меня 98 боевая мощь города. Меня смущает дружка, которая топит по науке. Да че она? Ничего она не топит, успокойся. Русский меня тоже смущает. Русский? Он тебя сосед. А, все, он начинает. Я смущался. 740 без этих. Я все вижу смущался. Откуда столько? Кого? Кого? У русского. Русские не обманываем, русские не обманываем друг друга. Кого? Что у меня? Так, два у меня есть в линейку апнуть. Я просто хочу денег. 37 всего очков. Нормально. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие.